В очередной раз выпуск Пожарно-спасательной академии собрал сотни восхищенных зрителей. В минувшее воскресенье в большую жизнь вышли 395 молодых специалистов – курсантов, заочников, студентов. Их всех объединяет благородная профессия спасателя. Но, пожалуй, главнейший итог вашего служения – это каждодневная доблестная борьба с огненной стихией, ликвидация последствий техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Это сотни и тысячи спасенных жизней. Перед зрителями, родителями выпускников и первыми лицами региона развернулось настоящее шоу. Выпускной пожарной академии мероприятие яркое, зрелищное, срежиссированное до секунды, продуманное до мельчайших деталей. Без работы из выпускников не останется никто. Специалисты по пожарной и техносферной безопасности, защите при чрезвычайных ситуациях востребованы во всех регионах. После выпускного вчерашние студенты разъедутся в разные концы страны, от Брянска до Ямало-Ненецкого автономного округа. Отчасти поэтому выпускной праздник грустный. Жизнь разбросала серебро, все в этой жизни пополам. Сотни и сотни ребят сегодня, закончив обучение в академии, будут служить благородной профессии, спасая жизнь граждан всех страны. Но им очень хотелось, чтобы они в своих сердцах и душах время, проведенное пожарно-спасательной академией в Иванове, Ивановской области, оставили надолго, на долгую память. 33 выпускника этого года получили дипломы с отличием. Из них 5 человек с золотой медалью за особые успехи в учении. На самом деле, когда мы здесь учимся, мы все живем 5 лет. И за это время мы все становимся одной большой семьей, потому что все обстоятельства, все трудности мы все проходим вместе. И поэтому мы все такие дружные. И для нас это огромная радость выпускаться из нашей Иванской пожарно-спасательной академии. Быть спасателем – это не работа, это призвание. Поэтому большинство выпускников ни капли не сомневались, выбирая будущую профессию. Моя династия началась с моего деда, который пошел служить в пожарно-техническое училище в нашей Иванской, является первым выпуском. А также потом пошел мой отец, он учился в Ленинградском. У меня был выбор – либо пожарную охрану, либо куда-то другое направление, но… Увидев, какой вклад носит мой дед, мой отец в Россию, в людей, я понял то, что мой долг – это защищать родину и бороться со стихией. У выпускников был всего один день, чтобы отдохнуть от учебы. С понедельника для них начались трудовые будни. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.